Привет, это видео с комментариями для Ткачука Артема. Спасибо тебе большое за участие в конкурсе. Ты большой молодец. Продолжай заниматься. И во время занятий, как я всем говорю и буду говорить, не забывай уделять время длинным звукам, длинным нотам. Чтобы не следи за тем, чтобы не дрожал звук и нотка не меняла свое положение, построй было ровненько и красиво по звуку. Занимайся гаммами, упражнениями, этюдами, работай над артикуляцией. Свинг. Не нужен, он не должен быть такой пунктирный. Как бы нету... Объяснить его тяжело, потому что это больше как ощущение. Для этого нужно слушать побольше музыки джазовой и саксофонистов, и не только саксофонистов, больше джазовой свинговой музыки. Но если записать его, можно, как записывают его, в принципе, вот таким вот образом. Не так. Это не свинг. Вот свинг. Триоль. Триольное ощущение. Триольность. Ты большой молодец. Хорошей тебе музыки. Занимайся.